Всем зрителям и подписчикам канала привет! Играет и комментирует для вас Луцкий Александр. Мы продолжаем проходить кампанию света в игре «Властелин колец. Битва за Средиземье». У нас на очереди миссия в логове Шеллоп. Нужно провести в Мордор наших хоббитов. Кольцо Всевластия все ближе к своему уничтожению. Давайте попробуем это сделать. Как бы ни были отважные и доблестные защитники Средиземья, их судьба зависит сейчас от двух малышей-хоббитов, идущих мимо башни Кирит-Унгал во мрак мордорских земель. Кирит-Унгал, да, именно в этом месте сейчас будет основное сражение. Фродо Бэггинс пропал где-то в логове Шеллоп. Его преданный друг Сэм Гэмджи должен отыскать его, чтобы они могли продолжить свой путь и избавить Средиземье от власти Саурона. Интересная эта миссия также в плане тактики, то есть здесь, если ломиться одним хоббитом, то ты, естественно, проиграешь и ничего ты тут не выполнишь, поэтому нужно сейчас быть крайне аккуратным. Здесь у нас будут в противниках гоблины, насколько я помню, и, конечно же, орки, ну и венцом творения этих мест является, конечно же, Шеллоп. Какой забавный здесь голум, а, нарисованный. Такой прям весельчак. Мастер Фродо. Ищи Фродо в логове Шеллоп. Используй меч, чтобы освободить солдат из паутины, Сэм. Давай же, Сэм, ты ведь не подведешь мастера Фродо. Нет, значит, здесь все-таки у нас... Надеюсь, здесь паучки маленькие, точно. Чуть позже они появятся во второй части армии гоблинов в виде отрядов. Вот, ну а тактика у нас заключается в том, чтобы освобождать вот этих солдат. Спасибо, что чтобы они нам помогали. Я думал, что погибну. Это наш шанс. В моем отряде были еще люди. Прошу тебя, маленький хоббит, помоги мне найти их и убедиться, что они еще живы. Очень хороший меч, кстати, у Сэма. Убивает этих пауков на раз-два просто. Так, я возьму разрыв в облаках, пожалуй. Так, все. Куда пойдем? Налево, ну, вверх, направо. Я помню, в первые разы очень долго плутал по этим подземельям. И приходилось прям часами даже все обыскивать здесь. Я иду. Не останавливаться. Ну что, пойдем. Вообще, с Сэмом нужно быть аккуратным. Он не должен погибнуть. Давайте глянем вообще дополнительные задания. Разыщите в логове Шеллоп всех, кто попал в паутину. Найдите все сокровища и используйте фиал. Галадриэль. Кстати, да, у нас фиал есть. Он позволяет обращать врагов в бегство. Надо пользоваться. Вперед! Главное сразу к Шеллоп не попасть. Вот тут что. Помогите! Самое главное. Я запутался в паутине. Пора. Никто нас возьмет. Давайте поможем. Сюда! Этим пожалуйста, солдатам. Разрежь паутину. Так, давай, отлично. Ты ведь не подведешь мастера Фродо. Давайте соберите все. О, тут сюда, у нас есть золото. Ну, кстати, пора. Никто нас возьмет тепленькими. Войны. Золото нам пока не понадобится, только будем чуть надеяться. Позже, когда Сэм мы дойдем до местного аванпоста и там организуем свой лагерь. Я вас не подведу. Тогда скорее, нам понадобятся скорее. Деньги, скорее. Конечно же. Поэтому пора. Сейчас немножечко никто покопим. Нас тепленькими. Так, а тут у нас еще золото. Можно наверх пойти, но сюда, давайте сюда. Сначала вниз. Аккуратненько. Не оставляйте меня здесь. Держитесь, сейчас я разрежу паутину. Отлично. Вот тоже два пути. Есть путь вниз, есть путь наверх. Сэм, не подведет. Насколько я помню, по-моему, сейчас мы попадем ладно. К Шеллоп. Если мы пойдем сюда вот. Нет? Осторожнее, не то нас заметит. Вполне возможно, может и нет. Живее! Я, честно говоря, не помню. Вот я с вами. В этом и интерес. Идем, куда глаза глядят, что называется. Скорее! А мы сделали, по сути, круг, да? Так получается. Ну, по сути, да. По сути, да. Сделали круг. Можно, конечно, вот в эту... Нет, в эту сторону нельзя пойти. Там ничего нет. Поэтому сделаем еще один круг. Можно пойти вот сюда, налево вверх. Можно пойти, в принципе, направо вверх. Куда пойдем? Осторожнее, не то нас заметит. Надо быть осторожней. Давайте попробуем вот здесь вот сохраниться. Потому что мне кажется, что если я пойду не туда, то миссия будет провалена. И чтобы ее заново не начинать,
Я поступлю несколько хитрым способом, но, по-моему, нормальный способ, если игра позволяет сохраняться. Почему бы этим не воспользоваться? Ладно. Надеюсь, здесь безопасно. Так, и тут у нас... Скорее, Сэм! Скорее! Такие камни, блин, все в паутинах. Не останавливаться! Что-то я не вижу никого. Держитесь, мастер Фродо! Я иду! Блин, лучники, что же вы... В первом ряду-то оказались у меня. Сэм не подведет. Очень странно себя ведете. Надеюсь, здесь безопасно. Сэм не подведет. Давай, Сэм. Освободите меня! Разрежьте паутину! Лучники! Лучники, блин. Рассчитывайте на меня. Фигучники. Будем надеяться. Лезут вперед. Живее! Ну, я ими, конечно, управляю, но все-таки. Могли бы хоть ладно. Чуть-чуть помнее. Вот смотрите, они опять впереди бегут. Вот держитесь, что это? Мастер Фродо. Я иду. Непонятно. Не останавливаться. Надо вставать, значит, чуть позади. За мной. Врагов. О-о-о-о. Бейте, бейте его, бить. Фух, убили, отлично. Можно даже вот так сделать. Убили тролля. Я, если честно, немножко испугался сейчас. Пожалуйста, разрежь паутину. И одного солдата он почти замордовал нашего. Но лучники довольно сильные здесь у нас. Освободи меня. Поэтому справились. Пора. Не то нас возьмут тепленькими. Ну что, продвигаемся дальше. У нас уже неплохой отряд, между прочим. Надеюсь, здесь безопасно. Осторожнее, не то нас заметят. И, кстати, у нас есть разрыв в облаках, доступен в этой миссии. Это мне очень нравится. Так. Хорошо. Идем дальше. Кто-нибудь побежит еще? Нет? Побегут, побегут. Надеюсь, здесь безопасно. Потихонечку продвигаемся. Вперед! Слышу кого-то. Еще сейчас соберем. Еще сейчас соберем отрядов. Ой-ой-ой. Бьем, бьем, бьем его. Так, вот один. Вот золото. По-моему, здесь шелоп. Держитесь, мастер Фродо. Я иду. Или нет. Не оставляй меня здесь. Так, аккуратненько, Сэм. Давай же, Сэм. Ты ведь не подведешь мастера Фродо. Давай. Оп. Есть контакт. Еще один я лучник. Вас не подведу. Теперь за золотом. Лучники! Пора. Отлично. У нас уже 4000 монет. Рассчитывайте на меня. Вполне неплохо. Так, здесь мы были, в принципе. Похоже, да, на упавшего человека. А, так это и есть. Это тролли привязанные, ничего себе. Ну, в смысле, в паутине прилепленные. Офигеть. Скелеты троллей. Я, когда играл, у меня же не было обновлений этих всех, которые я в этот раз установил. И, блин, действительно, есть изменения некоторые, которых, ну, раньше я не замечал даже. Надеюсь, здесь безопасно. Опа. Это есть логово. Смотрите, даже логово Шелла прорисовали здесь. Ничего себе. Так. Живее! Оно есть. Это ведь оно? Живее! Сюда! Слушайте, похоже, да, что это оно и есть. Сейчас она прибежит вместе с паучками. Очень вовремя у нас. Очень вовремя у нас. Между прочим. Вперед! Исцеление возобновило. Ну, то есть, вытащите меня снова отсюда! Доступно. Так, еще один солдат. Я боюсь туда идти, почему-то, не знаю почему. Скорее! Будем надеяться. Так, аккуратненько. Подходим, подходим, подходим. Я с вами. Стреляем. Хорошо. Надо быть осторожней. Еще чуть-чуть. Стреляем. Молодцы. Ох, тут смотрите сколько. Сколько тут воинов. Помогите мне. Это мы хорошо пришли. Живее! Это мы хорошо пришли. Будьте так. Наготове. Ты сюда. Будьте ты сюда. И причем мечники. Нормально. Давай, ты ведь не подойдешь мастера Фродо. Продвигаемся потихонечку. Есть опять два пути. Пожалуйста, у нас. Разрежь паутину. Готовы. Опять-таки вниз или направо. И мне кажется, я зря туда вот не пошел. Ну да ладно. Пора. Не то нас... Блин, еще не всех нашли. Фиал Галадриэля мы используем, я думаю. Ну что, вниз или направо? Я снова сохраняюсь.
Мало ли что. Мне кажется, мы уже Шелла победим даже в таком количестве, но все-таки я немножечко перестрахуюсь здесь, в данной миссии. Я понимаю, что уровень средний, что вроде как все хорошо у нас, но переигрывать потом не хочется. Я с вами. Пойдем вниз. Держитесь, мастер Фродо. Еще я один. Иду. Еще один связанный. Еще один связанный. Мне не да все нормально, сейчас освободим. Но вот мне интересно, да, в фильме говорилось о том, что обычно Шелла травила своих врагов при этом и готовила к поеданию, ну, врагов, свою пищу, можно сказать. Я вас не подведу. Вот, а здесь, видите, солдаты в полной боевой готовности, ничего с ними страшного не случилось. Славный хоббит, торопись. Убежал. Тут у нас тот самый Голум. Я все-таки пробегусь тогда тут, раз уж вперед! Тут нет никого. Шагом! Ну ничего мы не нашли, да? Сюда! Сюда! Отряд уже солидный собрался. Интересно, Шелла реагирует на разрыв в облаках? По-моему, пошли. Нет. Я вас не подведу. По-моему, нет. Так. Сюда, сюда! Продвигаемся. Кто-нибудь побежит? Солдаты Гондора! Пока никого не вижу. Сэм не подведет. По-моему, я что-то пропустил. В плане... Скорее, Сэм! Скорее! Солдат или золото. Вот прям чувствую. Сюда мы уже выходим к аванпосту, кстати. Тут будет Шелла. Надеюсь, вроде. Здесь безопасно. Да, вот она. Там сладкое мясо. Давайте, 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 бьем ее. Все вместе. Ребят, что встали-то? Нет, 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 нет. Только не ты. Бьем ее. Ты заколебала. Почему ты только его бьешь? Нет, 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 уходи от нее, Сэм. Да убейте вы ее уже. Убейте ее, блин. Фух, на последнем издыхании просто, Сэм. Надеюсь, здесь безопасно. Отлично просто. Мы справились, ребят. Так, Киритунгл это чуть позже. Все сокровища мы так и не нашли. Ну ладно. Так, Сэм, восстанавливайся. Солдаты Гондора! Готовьтесь к бою! Блин, солдаты Гондора, вы чуть Сэма не подставили. Быстрее, между прочим. Быстрее! Пора! Не то нас возьмут тепленькими! Давай встань где-нибудь вот здесь и спрячься. Эльфийские плащи помогут нам скрыться. Самое то. Давай, тебя никто не видит. Стойте насмерть! Тебя никто не трогает. Готовьтесь к бою! Тут еще кто-то был, по-моему, нет? Шага! Еще золото. Ну, кстати говоря, может быть и все соберем. Там еще наверх можно пошли. Пойти. Уходим. Разделяться пошли. Лучше не стоит. А то мало ли. Готовьтесь к бою. Так. Смотрим, смотрим, смотрим. Держитесь вместе. Но я кроме золота здесь больше ничего не вижу. Вот сюда можно пойти, конечно, еще. Живее. Готовы. Солдаты еще какие-то замороженные. Они не все сразу в бой вступили. Из-за этого чуть Сэма-то и не убили. Вообще я глупо поступил, что Сэмом пошел вперед. Именно он должен выжить здесь. Вот, а я так вот поступил. Так, крутое место, кстати. Держитесь вместе. Готовьтесь к бою. Стойте насмерть. Врагу не пройти. Будьте наготове. Самое забавное, что лучники, допустим, не могут освобождать. Стойте вот этих ребят. Смерть. Ну ты чё? Готовьтесь к бою! Живее! Будьте начеку! Только стойте мечники. Мечом своим. Вперед, воины! Ну и Сэм тоже с мечом, естественно, он тоже может. Живее! Забавно. Я думаю, у лучников все равно есть что-то режущее. Ну вот так вот. Будьте начеку! Вперед, солдаты, вперед! Да ладно, все собрали.
Все сокровища только не нашли. Вот, что мы не сделали. Ну да ладно, у нас 8 тысяч. Готовы! Я думаю, нам этого хватит. Уходим! Не останавливаться! Бог с ним уже с этим топ-заданием. Я назад неохота возвращаться. Идите! Там надо назад вернуться и какой-то проход посетить еще. Мы его пропустим. Вот этот, по-моему, кстати. Ну да ладно. Так, ну что? Там будет сейчас, по-моему, парочка отрядов. Самых простых орков. Эту заставу, чтобы обеспечить безопасность нашего будущего. Так, точно. В атаку! Не останавливаться! Отлично. Ну что, и лагерь. Давай, Сэм, сюда иди. Фрода. О, кстати говоря. Готовы! Ой-ой-ой, бегут, бегут, бегут. Бегут сразу туда, смотри. Кстати, сколько лучников можно сюда посадить? Ну-ка, ради эксперимента. Раз, одного. Окей, пусть сидит. Лишним не будет. Тут еще золото будет. Точно. Но не оно, да, там сверху надо. Прийти туда, и все будет хорошо. Так, родник, стрельбище. И кузницу, по-моему, нужно, нет? Ну да, нам деньги-то все-таки нужны, да. Плюс к тому же, нам нужны улучшения. Так, ну. Вроде как хорошо все. Раз, два, три, четыре. Стойте насмерть. Встаньте, пожалуйста, вот так вот здесь, да. То мало ли. Даже не к роднику. К роднику встаньте, пожалуйста, молодцы. Будьте наготове. Так, ты спрячься пока. Помогут нам скрыться. Мало ли, на тебя пойдут враги. Ну что ж, и вот второй этап этой миссии. Нам нужно захватить вот этот лагерь. Мы тут готовы. Есть клетка тролля, это самая главная проблема. Так бы мы справились достаточно быстро, но с этой клеткой надо повозиться. Поэтому я сейчас набираю лучников с огненными стрелами. Вот, и идем вот так. Вот эти вот будут нас охранять. Нашу базу. Хотя можно, наверное, их отправить, в принципе. Врагу не пройти. Будьте готовы к битве. Раз, два, три, стой, четыре. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда. Два отряда, фактически. Давайте-ка мы пойдем и сходим все-таки. Куда я там говорил-то? Вот сюда, да? Держитесь вместе. Давайте, ребят. Для вас есть задание. А тут мы и сами справимся. Еще два отряда лучников у нас. Улучшится стрельбище. И после этого можем брать, во-первых, рейнджеров. Ну и, во-вторых, огненные стрелы. Кроме того, ждем улучшения кузницы. Будьте начеку. Надеюсь, этих ребят хватит, чтобы тут всех поубивать, ежели что. Шагом. Надеюсь, что да. Вроде бы мы все места посетили, вот кроме этого. Насколько я понял. Мы улучшили стрельбище. Отлично. Мы готовы. Так, раз, два, три. Ай-яй-яй. Бьем, бьем, бьем. Не бежим, бьем. Сначала убейте пауков. Отлично. Теперь лучников убиваем. В бой. Будьте начеку. Готовьте луки! Давайте, давайте, ребят. Помню я этих лучников здесь. Куча золота, куча золота. Врагу не пройти! И? Да ладно, и это еще не все. Где мы еще не были? 7 тысяч уже у нас, 7. 7 тысяч, блин, где я пропустил еще? Тихо. Кто стреляет? Не останавливаться! Разведчики Гондора! Нет, все-таки все взяли, да? Да, все взяли. Отлично, стойте, она просто насмерть. Не сразу сработала. Держите, да вы заколебали, вместе. Ну. За Гондор! Вот так. Все, возвращаемся, идите. Ребятки. Возвращаемся. Живее! Так. Надо улучшение взять, броню из знаменосцев. Сначала, да, потом уже. Собственно, и делать улучшения эти самые. Так, нормально.
Ну, огненные стрелы, конечно, можно сейчас, но я хочу сначала дождаться кузницу. Плюс денег немножечко подкопится. Но у нас так 8300, в принципе, монет. Достаточно много. И я здесь еще раз сохранюсь. Чтобы уж перед штурмом, так называемым, была точка сохранения. Мало ли что не удастся, опять-таки. Перестраховываюсь в этой серии, но... Мне кажется, чем дальше, тем больше я буду это делать. Скоро у нас вообще будут сложные бои. Так, мы улучшили стрельбище. Так, улучшили стрельбище. Еще это уже третий уровень. Отлично, отрядов пока хватит. Ждем. Ждем. Пока у нас кузница обновится. Шевелитесь. Что это за животные у них? Кого они тут? На бойню. И мясо такое, оп, смотри, достал такой, пошел, пошел, пошел. И повесит сейчас, да? На крюк. Мы улучшили кузню. Эп, да, на крюк повесил. Забавно, я эти детали не рассматривал никогда. Да у меня их и не было. Так, отлично. Мечников у меня особо нет, поэтому мечи я даже покупать не стану. Вот, как-то так. Слышите что-нибудь? Ну что? Сначала рейнджеров. Рейнджеров лучше. Рейнджеров. Три отряда у меня рейнджеров. Новое знамя. Тише. И знаменосцы. Поблизости может быть враг. Вы слышите что-нибудь? Отлично. Так, теперь. Стойте на местах. Вот этих ребят. Охранитель знамени Гондора. Луки! Охранитель знамени Гондора. Стрелы. Луки! Смотрите по сторонам. Интересно, этого хватит нам или нет? Будьте наготове. Так, все ведь, да? Луки! Остальные луки! Обычные отряды. Ну да. Стойте на местах. Теперь, значит, броня. Блин, смотрите, не хватит денег. По сторонам. Денег не хватит немного. Смотрите по сторонам. Надо будет аккуратно идти вперед. Так, давай 600 монет. Набирайся быстрее, пожалуйста. А еще и знамень. Знамя нужно будет еще. Ну, знамя, бог с ним. Без него обойдемся. Я думаю. Золото все собрали. То есть максимально вычистили здесь все. Но если мы сейчас потерпим поражение, то придется ждать и ждать и ждать. Ждать и ждать и ждать. Пока деньги наберутся. Но там, правда, когда разрушаешь здание в этом лагере у орков в Критунголе, то там тоже тебе ящик золота дают за это. То есть... Игра в этом плане не настолько хардкорная. Ну и эта миссия, насколько могла бы быть. Так, ну давай, 600 монет нам нужно. Набирайся быстрее. Блин, у нас одна кузница только деньги приносит. Ну плюс еще, конечно, башня. Это самое главное здание вон поста нашего. Но все равно этого мало, мало. Плюс 60% брони. Вот это вот хорошо. Осторожнее. Я думаю, стоит уже пойти и выстраиваться. Смотрите по сторонам. Давайте. Сплотите ряды. Все эти обычные ребята пусть останутся, наверное, сзади. Луки! Броня. Или с ними будьте послать. Вперед, солдаты, вперед! Лучников. Будьте готовы к битве. Некоторых. Луки! Будьте наготове. Вот этих вот, допустим. Стойте на местах. Пятерых тоже. Скорее. Давайте сюда тоже. Врагу не пройти! Будьте начеку. Что-то вы в рассыпную как-то встали. Стойте. Давайте насмерть. Ближе к роднику, пожалуйста. О, другой день. Готовьте луки! Ну что? Поехали. Скорее. Сейчас тут будет сложно. Они сейчас со всех сторон начнут стрелять. Но мы попробуем прорваться. Давайте, давайте, ребят, давайте. Хорошо, что тут у них катапульт, блин, нет каких-нибудь. Уже ладно. Так, просто бьем всех. Опа. Вот я про это и говорил. Держите прицел. Лучники. Первую волну надо отбить, а потом уже заходить потихонечку. Так, есть контакт. Идем дальше. Аккуратненько. Заходим. Ах, блин. Плохая позиция. Держите их на расстоянии.
Убиваем, убиваем, убиваем. Вы вот эту хрень. А вы что махаете? Давайте внутрь, блин. А то одни рейнджеры за вас сражаются. Блин, я говорю, внутрь зайдите, пожалуйста. Молодцы. Так, хорошо. Все пока хорошо. Все замечательно. А, нет, смотри, золото не дают. Я ошибался. Ладно. Главное убить вот этого. Во-во-во-во-во, он пошел, пошел. Бьем его. Ребятки, ребятки, ребятки. Хорошо. Уходим, уходим, уходим оттуда. Он всех будет раскидывать сейчас. Так, свет, пожалуйста. Кто-то там стрелял сверху. Вот, 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 да. Убьем их. Здесь все. Ух ты, еще два тролля, блин. Это может стать проблемой. Так, все, лучников убили. Сейчас тут аккуратненько, ребятки. Аккуратненько вот так вот подходим. Убиваем сначала вот этих ребят. И вот теперь вот этих ребят. Давайте. Минус один. Минус второй. Хорошо. Блин, да кто опять там сверху? А, никого нет. Вот самое главное сейчас клетку успеть уничтожить до выхода следующего тролля. Да вообще уже все, мы победили, конечно, но... Можно было и меньшим количеством отрядов здесь все сделать, но... Никто еще не пострадал от перестраховки, вот именно такой. Зато с меньшими потерями удалось нам выполнить тут все. Ну и плюс блестящая победа очередная. Мы все еще надеемся. Время поджимает, ребят. Так бы я, наверное, и вторую миссию в этой же серии. Но нет, к сожалению, не успеваю. Поэтому на этом серию мы сейчас закончим. Интересно, что же будет дальше по сюжету. По-моему, защита как раз Minas Tirith. Поэтому уж тут явно нужно делать отдельную серию. Но сейчас посмотрим. В общем-то... Как бы это сказать? Мы, получается, разыскали Фродо там. И Сэм, и Фродо пошли дальше. Все ближе и ближе. Сила плюс 2, кстати. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Да, мы нашли Фродо. Армия Мордора сейчас в самом сердце Гондора. Взор ока Саурона прикован к Белому городу. Если Минас Тирит падет, падет и Средиземье. Да, все-таки армии Мордора собрались у стен Белого замка, Минас Тирита. И получается, что я был прав. В следующей серии мы будем оборонять его. Это будет эпично, эпично, эпично. Это будет долго, долго, долго. И это надо будет ждать, ждать, ждать мертвецов. Все самое интересное будет как раз-таки в следующей серии. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк и, конечно же, оставить комментарий. Ну и, кроме того, мы очень скоро уже продолжим. Не уходите далеко с канала. Всем пока.